Крузер Прадо. Пойдем заглянем. Классно, ты что тут даже есть? Да, стаканы туда ставить, да? Вот Крузер Прадо, обзор от Ромки. Давай рассказывай про машину. Ну тут классно, тут даже вот стаканчики есть, ладно. Понятно. Так. Сиденья у нас отодвинуты. Так, ну что? Прадик, что нам Прадик покажет, новый Прадик? Холодильник здесь, значит, есть. Рома, это Toyota. Это Toyota Land Cruiser Prado. Повтори. Да, все правильно. Там у нас идет конкурс. Руль такой тоже, но она такая странная. Ну, вроде бы настоящая. Здесь, значит, переключение режимов. Мультимедиа. Такое все кондовое, конечно. Блокировочки. Межосевая, межколесная, задняя. Просторно довольно-таки. Да, он складывается, подстаканник. Резиновые коврики. Здесь, значит, у нас типа псевдодерево. Давай. Обзор переднего места нам сделай. Здесь отчетчик. Но почему-то он закрыт. Еще один подстаканник. Да, здесь подстаканники. А, вот так, да? А здесь еще вот для мелочи какой-то, для телефонов. Или кнопка, значит, тут. Класс. Ну все, я, короче, поехал. Что, тебе нравится, да? Ромка любит у нас шариться по автосалонам. Там холодильник, представляешь? Нет, не нужно ничего тырить. Смотри, вот здесь розетки 12 вольт. Вот это, смотри, USB. Можно подзаряжать аж планшет. Заряжать планшет, да, это подогрев сидений. Есть, значит, манера езды, эко-спорт. Давай за рулем, садись. Ну что, посидишь, сам сможешь вылезти, да? Мальчик. Давай. Подожди, мальчик. Мальчик. Да, это, бери, ты пирожен поел, мальчик. Сделаем облет. Ну что, машина нормальная, кондовая такая. Привет, мальчик. Скажи, на этом обзор Toyota Prado заканчивается? Да, он заканчивается. По-нормальному. На этом обзор Toyota Prado заканчивается. На этом обзор Toyota Prado заканчивается. Скажи. На этот обзор Toyota Prado заканчивается. Ты смотри в кадр. На этот обзор Toyota Prado проказывается. Toyota Prado, да? Вот Toyota Prado у нас. А вот Toyota Corolla, мультимедиа, интересная. Пап, а тут даже можно звонить, как на веса. Да, можно звонить. Мультимедиа интересная, как на RAV4. Гораздо привлекательнее, мне кажется, чем на Toyota Land Cruiser Prado, да? Более такой гражданский дизайн. На автомате у нас, ну, материалы, скажем так, не очень. Ну, зато практично. Для наших людей
Оно все такое кондовое, оно не затрется, не запачкается. Да, Рома, нравится?